Вот дурак, и главное, я тоже дурак, такого дурака нанял. Свои 20 долларов получай и вали к черту отсюда вообще. Как 20? Договорились на 150. Ну какие 150? 150, пожалуйста. Он так и на 20 не работал. 150 ему давай. Вот погреб начал копать, не докопал. Я когда лопатой, вот это кап сделал, кап, и я себе повредил голеностопный сустав. Ох ты, Володя, ты вообще эту крышу не докрасил, а? А потому что я с лестницы упал, я себе кисть сломал. Вот кисть. Именно, что кисть, ты мою лучшую кисть для покраски сломал, ты дурак ты, а забор? Я тебя просил забор исправить, ты ни хрена не сделал, ты очкарик. Я попрошу тебя рожаться. А что такое? А я кандидат филологических наук. Да что ты говоришь? А забор я исправил. Да где ты его я исправил? Исправил. Вот, где я что, исправил? Где я его исправил? Вот исправил. Вот две ошибки было. Вот здесь и вот здесь исправил. Хотя, по сути, я с автором согласен.